Во время прославления мы имеем право и возможность молиться вместе за других людей и просить Бога о том, чтобы исполнилось то, о чем мы желаем. Например, когда человек болеет, мы можем собираться вместе и молиться о том, чтобы Бог давал исцеление. Сказано, что злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви. Это Иакова 5 глава. Или же об Илье говорится о том, что он был человек, который молитвой помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И он снова помолился, и на небо дало дождь, и земля произрастила свой плод. Это Иакова 5 глава. То есть, если мы нуждаемся в молитве, мы можем просить об этом другого человека. И также можем быть теми людьми, которые молятся за других людей, чтобы те имели здоровье или благословение от Бога.